20 мая в выставочном зале научной библиотеки открылась персональная выставка «Про мир вокруг нас» студента радиотехнического факультета, номинанта «Крыницы ведов» в номинации «Талант года» Анатолия Зимницкого. Молодой человек пишет работы в технике «Масляная живопись». Сюжет выставки, посвященный Дню университета – пейзаж и городской пейзаж. Прекрасные улочки разных городов мира привлекательно играют красками, манят зрителя. Особенно стоит отметить серию работ, посвященных древнему Полоцку. Желаем художнику дальнейших творческих успехов. Ждем новых выставок.